Всем привет! Приехали в Анапу, делать потолки хорошему человеку. Обычно не ездим, вот так вот надо. Что могу сказать? Однокомнатная квартира в скворечнике, в девятиэтажном, порядка 40 квадратов. Ну, в принципе, за очень доступные деньги для каждого. Квартира с видом на море. Вот. Вот вид моря. А кто сказал, что вид на море будет из окна? Оставайтесь с нами. Еще покажу дельфина, который живет в ванной. Будет много интересного. Закончили квартирку в городе-курорте Анапа. С морским видом. Потолочки белые матовые. В ванной установили декоративную заглушку. Ванная клеточка еще не затерта до конца. Кухня и жилая комнатка с люстрами. Квартирка небольшая. И вот такой вот вид. За 1,5 миллиона рублей, площадью 30 квадратов, вам гарантирован. Буквально в нескольких сотнях метрах от моря. Может быть, в 800 метрах от моря. Может быть, 900. Может быть, 1500. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.